Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот какое описание я нашел к картине «Джероламо ди Бенвенуто». Святая Екатерина Сиенская просит Христа освободить Примертин. Джероламо ди Бенвенуто работал в основном в Сиене, в ее окрестностях, поэтому святая Екатерина, покровительница этого города, часто фигурирует в его произведениях. Ну а вот история о святой Екатерине Сиенской. Екатерина сопротивлялась попыткам родителей выдать ее замуж и вступила в орден доминиканцев, чтобы заботиться о бедных и больных. Она испытала множество мистических испытаний. В одном из них Христос предложил ей на выбор два венца – золотой и терновый. И она выбрала терновый. В другом она получила стигмы. И, подобно Екатерине Александрийской, вступила в мистический брак с Христом. Всю свою жизнь Екатерина посвятила укреплению очищения папской власти. Она считается покровительницей Италии и почитается в своем родном городе Сиене. Бекафумми, как художник, изобразил ее в белых монашеских одеждах, чтобы передать ее чистоту. На других живописных полотнах она в черном-белом облачении ордена доминиканцев может держать лилию или четки, или же показывать свои стигмы. На небольшом панно, время создания которого неизвестно, передан эпизод из легенды о ней и другой монахини, доминиканки по имени Пальмертина. Вопреки попыткам Екатерины помириться с Пальмертиной, та питала к ней непримиримую злобу. Несмотря на это, когда Пальмертина смертельно заболела, Екатерина молила, чтобы та не была осуждена на вечные муки, умерев не раскаян. На левой части панно изображен Христос в окружении херувимов, явившейся Екатерине во время молитв и предупредившей ее, что Пальмертине нет спасения. За спиной Екатерины дьявол, обычно дежуривший у смертного ложа грешников, чтобы похитить их души, держит в лапах длинный список грехов Пальмертины. Мольбы Екатерины, в конце концов, склонили Христа, не позволит Пальмертине умереть, пока она полностью не раскается, и тем лишив дьявола добычи. На сцене в правой части панно Екатерина и монах присутствуют у смертного ложа Пальмертины, которая, наконец, полностью раскаялась и помирилась со святой. Ну вот такое описание картины «Джероламо ди Бенвенуто». Святая Екатерина Сиенская просит Христа освободить Пальмертину. Это описание я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.